Сегодня мы смотрим приточный очиститель воздуха, называется OneAir на 130 кубов для домашнего использования. Сейчас мы его посмотрим, как он работает. Так вот он сзади выглядит. Вот. Сюда труба устанавливается, которая забирает воздух с улицы. Включается. Вот так вот, да, включился он. Красивый огонек горит синий. Сейчас он загрузится. Здесь вот внизу кнопки управления. Импульс, скоростные мощности, поток. Воздух выходит отсюда. Забор идет через трубу с улицы. Очищается, подается воздух. Очищенный, насыщенный кислородом и всеми полезными элементами. Есть пульт дистанционного управления. Где он? Так он выглядит. Маленький, аккуратный по сравнению с большими. Ночной режим есть у него. Автоматический, турбо. То есть, ну, все, что надо, все есть. Дует он аккуратненько. Автоматическая заслонка сзади. Если он не работает, она закрыта, чтобы не было попадания холодного воздуха типа заслонки, как обычно бывает. Такой красивый появился в продаже. Можно приходить, покупать, устанавливать.